Друзья, недоброго вечера во мне, друзья. Казалось бы, при чем здесь Потап, который прогнал москаля, судя по всему, из Израиля, потому что он скачет именно там. А поймете почему, ближе к концу, пятиминутки. Дело в том, что в предыдущем сюжете я рассказал о скандале, который произошел во Львове. Там на звезду шоу «Холостяк» и модель, ну, модель относительно, что у него рост 1,59 м, ну, позиционирование модели. Настю Распутину, которая также известна как Адель Асанти, актриса фильмов для взрослых, если вы понимаете, о чем речь. Вот, на нее напали. Ну, как, ей задали вопрос на мове, она ответила по-русски, поскольку она сама из Восточной Украины, пишут, что она харьковчанка, на самом деле она родилась в городе, который сейчас называется Днепр. Опять же, песня совсем не о том. Она ответила по-русски и получила сполна. Она получила такого пендаля, что у нее лопнул имплант в попе, в левом полушарии, скажем так. А это, я повторю, она актриса, актриса порнофильмов. Для нее это рабочий инструмент, то есть, в принципе, это так достаточно серьезно. Так вот, вдогонку к этому сюжету посыпались комментарии такого рода, в том числе от моих знакомых, коллег. И это все ерунда. Во Львове можно говорить по-русски. Я, говорит одна знакомая, приезжала каждый год во Львов. На мове не знаю ни слова. Прекрасные люди. Вкусная еда, красивый город. Никаких проблем не было. Так что это все ерунда. Или живущие там. Всю жизнь я живу в Киеве. Всегда говорю по-русски. Ни суржика, ни мову не знаю. Не было никаких проблем. Хотя в том же Киеве, она, помню, Лолита Милявская рассказывала мне в свое время, что ее мать избили именно за русский язык. Именно за русский язык. Задолго до войны все это было. Вот, и все эти рассуждения, что я бывала во Львове, никаких проблем с русским языком не было, напоминают мне рассуждения женщины зрелой, которая говорит, всю жизнь я прожила, и меня ни разу не изнасиловали. Я носила короткие юбки, глубокие декольте, губы надувала. Меня не изнасиловали, ни одного моего знакомого не изнасиловали. Более того, ни одного моего знакомого не изнасиловали. Изнасилований нет. Надо эту статью убрать из Уголовного кодекса. Ну нет, не существует изнасилования. То есть люди считают, что если с ними это не случилось, это, знаете, вот все вздор, чего не знает Митрофанушка. Вспомним русскую классику. Если с ними это не произошло, этого не существует. Как одна знакомая детства моего, своего, вернее, я уже был студентом, когда познакомился с ней, дочь очень известного нашего поэта-песенника. Она живет в Мюнхене, и она мне говорила, здесь нет никаких иммигрантов. Все это путинская пропаганда. Вот то же самое. Если человек не столкнулся с проблемами, если его не ограбили, если его не избили, нет никаких иммигрантов. Если женщину не изнасиловали, значит, она может ратовать за то, чтобы норму об изнасиловании убрали из Уголовного кодекса, потому что изнасилования не существует. То же самое с этим русским языком. Я говорил по-русски во Львове. В эфире мне Андрей Комаров, такой журналист, очень известный, один создатель культового проекта «Музыкальный лифт» в годы перестройки. Он в эфире, я его приглашал на радио, в проект «Меланод», поэтому я могу рассказать, как он говорил. Я был во Львове, он говорит, и чтобы вот как бы не говорить ничего про бандеровцев, героев, я сразу говорил первым
Слава Украине. А мне уже отвечали: герой слава. Офигенно. Вот просто офигенно. Слава Украине. Что вот значит вот это самое не сказать? Ну, пипец. Просто пипец. Вот, насчет Потапа. Почему с него, собственно, сюжет начинается. Про русский язык на Украине. До войны задолго, и даже до информационной войны, до крымских событий, у меня в студии проекта «Правда-24» был Олег Скрипка. Фронтмен, создатель группы «Вопли Видоплясова». Украинской рок-команды. Очень известный. Может быть, даже самый известный. Вот. И мне на полном серьезе он объяснял, что на Украине, ну, особенно что на Западной Украине, надо петь на украинском языке. Вот надо петь на украинском языке. Это было в связи с чем? Как раз незадолго до этого интервью этого Потапа и Настю Каменских, его партнершу, закидали тухлыми помидорами или чем-то там на сцене одного из городов украинских, потому что твари посмели петь по-русски. Вот это так просто сойти не может. И чтобы два раза не вставать, возвращаясь к эпизоду с Настей Распутиной, там очень многие обратили внимание, что она собирала деньги для ВСУ и как бы помогала, чем могла. А не надо из этого делать какое-то большое событие. Дело в том, что на Украине иначе невозможно. Если ты так называемый серебрити, то есть если ты знаменитость, ты не можешь существовать в публичном пространстве, если не помогаешь ВСУ. Или, во всяком случае, не говоришь об этом. Это просто исключено. Просто исключено. Там и могут и ресторан сжечь, как было там с заведением Ани Лорак, и родственники пропадают, и запугивают людей из БУ. Ты не можешь не расписаться в том, что ты, там обязательно надо сходить в тероборону, одеть форму, как это и Вакарчук делал, и Макс Барских. После этого можно ехать гастролировать и там в Америку, Германию, Европу. Не суть важно. Но ты должен обязательно сказать, что ты помогаешь своей армии. Это поразительная, кстати, конечно, разница с нашим шоу-бизом, с нашим бомондом. Но, с другой стороны, хвала всем богам и демонам, что мы не дожили до вот той атмосферы, которая на Украине уже столько лет. Я только что в центре Львова напал мужчина. Рассказываю вкратце, как это все происходило. В общем, я проходила мимо гранд-отеля. Я шла в наушниках, в телефоне, по навигатору. Я никого не трогала. Подходит ко мне мужик, начинает вот так вот перегораживать дорогу и говорит: «Сучка, ты куда идешь?» Я говорю: «Мужчина, говорю. Вы, говорю, как со мной говорите? Я сейчас вызову полицию». А он мне говорит: «Ах ты, говорит, русскоязычная мразь», говорит, и как взял меня с ноги, ударил, вот просто, вот чтобы вы понимали, ударил меня в имплант, в левую мою булку. Это вообще как? Среди белого дня, 12:30, я шла на обед, центр Львова, ну как? Ну куча камер, ну я просто... Ну, я растерялась, я испугалась, я начала прикрывать лицо, я уже думала, что меня будет, ну, дальше бить. Ну, это так Львов встречает людей из Киева, с Харькова, ну, это вообще, это нормально? Ну, я не понимаю, меня просто ударил незнакомый мужик за то, что я ему ответила на русском, понимаете? Ну... После того, как мою маму избили ногами за то, что... Ну, какая-то падаль, еще раз говорю, и не у моей мамы, не у меня. Простите, я пропустила это. А я вам сейчас расскажу. А я не слышала об этом, даже не знаю. А мы это скрывали. Скрывали, потому что дочке надо было доучиться. Это недавно произошло? Это было 5 лет назад. Она, дочка еще училась в школе, и мама возвращалась с дочкой со школы. Всего 2 светофора до дома, несла кошелек, хлеб, и они что-то говорили.
И сзади какая-то скотина там сказала, что ты там по-русски говоришь, и мама получила удар в голову. И... Это произошло еще до военного конфликта? До. То есть это просто хулиганство было, которое связано с на языковой почве? Да. Но это странная история для Киева. Вот она надо. Странная, но она случилась. Но люди оттащили, но маму били ногами. Вот один ублюдок, у нее сотрясение мозга. Она полгода точно пролежала в больнице. Ну, небольшие последствия, но есть, потому что с возрастом эти болячки, они тяжелее переносят. Я наняла водителя-охранника, дочка закончила школу. Мама все равно нам в голову не пришло назвать там страну фашистской. Не мне со стороны. Даже не сделали ни одного заявления? Нет, потому что ублюдки есть везде. Они есть и здесь, они есть в Америке, вы можете нарваться в Украине. Почему я должна всех огульно называть там националистами, фашистами? В любой стране мира могло это произойти. Да, такой вот ублюдок мог оказаться, и мама попалась под руку. Пипец. Кстати, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали какими-то сельхозпродуктами и освистали за исполнение на русском языке. Да. Вот, разве вот вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то остракизму? Вот почему такая разница к подходам? Чем вот вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине, и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине это вопрос существования Украины как государства вообще. Вот. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то там, культурных деятелей, либо политических, это все равно политическая провокация, и какая-то власть себе какие-то там очечки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит, у них какой-то стратегический план, потому что, когда это происходит, всегда есть, кто это сделал. Но, слава богу, где не у нас это происходит, там, страшные вещи, там, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть, производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут более мягкая история, там, это кто-то раскручивается, безусловно, какая-то, мы живем в таком мире. Вот, а Потап и Настя, я их прекрасно знаю, люди популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты, я знаю. Все любят Украину. Они хорошие люди, но могли бы в Тернополе спеть и на украинском языке, или по крайней мере, я знаю... А у них есть репертуар? Нет, у них нету, могли бы напрячься, потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину, они там хотя бы одну песню поют, даже и Киркоров пел, и Кобзон, они на украинском языке поют, и сразу... Кобзон сам Бог велел. И сразу всем приятно, и естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить такие штуки, дивиденды, потому что оно надо учитывать настроение народа. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.